оба состава. Задачи были, конечно же, золотые медали, но это мы задачу, к сожалению, не удалось выполнять. Основные соперники наши на первенство России – это, само собой, родоначальники вида спорта, Республика Саха. К сожалению, все золотые медали они забрали. Считаю, мы вторые по России в данном виде спорта. Пусть это будут юноши, пусть это будут юниоры, взрослый состав. На всех чемпионатах, первенствах мы занимаем очень высокие места. Вот. И другие регионы России очень сильно подтягивают свою технику. Очень много сильных ребят было. Борьба в каждой весовой была очень интересной. Очень много людей было. Вот. С каждым годом количество людей на чемпионатах растет. Почти все регионы.